Всем зрителям, подписчикам привет. Начинается монтаж. Будем строить сегодня теплицу Легенда. 4 метра 30 сантиметров в длину, 3,30 в ширину. Вот на таком бетонном основании. Пока разгрузились. И начинаем работать. Каркас построили. Обшили стены поликом. Закрепили все к основанию. Сейчас установили перелив. Будем готовиться к покрытию крыши. После крыши все прокручиваем, ставим термоприводы, ставим систему подвески. Завершается у нас монтаж теплицы 3,3 шириной, 4,3 длиной. Финальные штрихи, установка системы подвески. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 40 на 40, покраска полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Все стоит на бетонном основании, закреплено с помощью анкеров. Сейчас еще установим диагональные усилители. Пойдем снаружи посмотреть. Есть у нас коньковые фрамуги на термоприводах. Термоприводы на зиму демонтированы. Также стеновые форточки тоже на термоприводах. Тоже. Демонтировано. Вот так это все смотрится снаружи. Все красиво, ровненько, гладенько. По низу сделан отлив. Проем пустой. Здесь будет ставиться заказная алюминиевая дверь, если не ошибаюсь. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотности. Торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте палец вверх. Всем пока.